It's a lunch table. Дорогие друзья, мы вас снова приветствуем на YouTube-канале, который ведет Юля Руфлорида. С вами сегодня Надя Эггерс, я ваш риэлтор в Центральной Флориде, а точнее город Орландо и пригороды. Сегодня мы с вами находимся в том районе Орландо, который называется Доктор Филлипс. Доктор Филлипс известен своим центральным расположением на карте города. Очень удобные развязки, очень удобно доезжать буквально до всех окраин и городов Орландо и Эрия. То есть он реально, если вы посмотрите на карту, это такой центральный район города Орландо. Доктор Филлипс известен, естественно, своими ресторанами, ночной жизнью. Сюда приезжают очень много людей с разных концов Орландо просто поужинать. Очень много вкусных ресторанов, и японская кухня, и турецкая, и итальянская, ну просто всех не перечислить. Очень много плаз, магазинов. Здесь реально очень интересная жизнь. Приезжают сюда и в Whole Foods, и в Trader Joe, джимы. Ну, в общем, такое интересное место, которое я бы советовала посетить, даже если вы здесь не живете. Кстати, школы здесь самого высокого рейтинга. Все три школы очень хорошие. Школы, относящиеся к Доктор Филлипс. Люди здесь живут с более высшим достатком, да? Да, здесь не дешевая недвижимость, далеко не дешевая. Одна из самых дорогих, можно сравнить, скорее всего, с Винтерпарком. Ну да, то есть цены немножко кусаются. Сегодня мы посмотрим с вами дом с бассейном. 7 спален, 7,5 ванных, большой дом достаточно. Площадь дома 5329 квадратных фит. Что в переводе на метраж 495 квадратных метров. Очень большой дом. Yeah. Дом был построен в 2015 году. Цена дома кусачья 1 225 000. Кто хотел подороже? Кто-то хотел подороже. Вот, пожалуйста, посмотрите. Но качество этих домов, оно очень хорошее. То есть реально хорошие постройки дома. Я здесь уже была в этом комьюнити во многих домах. Дизайн и качество не уступают цене. Вот таким вот образом забирают здесь мусор. Смотрите, какая красивенькая машинка приезжает. Это мусоровоз. Вот сейчас будут забирать мусор, ребята. Чистенькая, хорошая такая. Правда, шумная и не дает нам снимать. Кстати, сегодня Recycle Day. То есть сегодня собирают не мусор, а Recycle, да. Ветки от деревьев, если у кого есть, кто-то делал ландскейпинг, да. То есть ветки пустые. То, что можно переработать. Вы думаете, нам дадут нормально снять? Что-то мне говорит, что нет. Вот, посмотрите, это ребята, по-моему, делают что-то с газоном. То ли они его укладывают, но тоже очень шумят, не знаю. Надеюсь, петлички нас спасут. Давай попробуем все-таки. HUA на этот дом $110 в месяц. Я считаю, что это неплохо. Да. Здесь есть комьюнити пул, теннисные корты, плейграунд. То есть, в принципе, HUA отрабатывает свои деньги, вполне, так сказать. Да, свои фи. Налог здесь кусачий тоже. 11 600. 11? Да это разве кусачий? Мы и 30 знаем, где есть. Ну да, есть, да, такие тоже бывают. В общем, крыша черепичная. Ну, вроде пока. И все? По цифрам все, да. Если что-то вспомним, давайте посмотрим дом. Что-то вспомним по ходу просмотра. Ну, Юля спрашивает, если будут вопросы. Давайте пройдем. Так, а что у нас здесь? Вот тут беседочка такая, да? Можно посидеть,
побалдеть. Так, проходим. Что мы видим? Кстати, дом блочный. О! Вот это, да, у нас часто спрашивают. Хорошо, да. Значит, мы на входе у нас... Давайте закроем. Посмотри, какая дверь хорошая. Да, дверь деревянная. Цельное дерево, да, очень красиво выглядит. Тук-тук. Хорошее качество. Так, что так, наверное, пойдем... Так, эту комнату я еще не нашла. Она есть. Это спальня. Так как здесь есть гардеробная. Она уже считается спальней. Вот, тут такие вот большие дверки в гардеробной. В основном, вы знаете, 7 спален, я не знаю, на какую семью это нужно, в основном из этой комнаты делают офисы. Да. То есть я даже вижу здесь, не знаю, что это, модель. Типа роутер, да, такое роутер, что-то. Так, вот здесь вот так вот у нас все устроено. О, здесь смотри, как цивильненько. Полочки такие. Да, уже повесить можно. Да, это хорошо. Это приветствуется. Планировка такая, да? То есть здесь что-то такое можно поставить. Какой-то диванчик маленький. Тоже есть ванная в этой комнате. Ну, вообще классно. Своя, личная. 7 спален, 7,5 ванных комнат. То есть, получается, в каждой спальне должна, мы должны найти свою ванную. Отлично. Так, идемте дальше. Ты знаешь, для офиса очень удобно именно расположение этой комнаты в доме. Да. Тут и вход, и как бы подальше от интертеймента, вот это вот гостиная, телевизор и так далее. То есть, кто работает из дома, это достаточно удобно. Здесь столовая официальная. Здесь будет должен стоять большой стол. И здесь должна висеть люстра. Люстра, да, да. Почему-то они решили забрать, она была цена их сердцу, видимо. Да, мы просим прощения, что нет мебели, ее буквально вывезли на днях, мы не успели с мебелью снять. К сожалению, да, думали с мебелью. Я была занята тоже, все не успевала показать, и мебель вывезли. Посмотрите на эту кухню, здесь 2 острова. Да, классно. Это мне нравится, аж 2, представляете? Один, как вроде как стол, можно использовать. С этой стороны, да, стулья ставятся. Вот хорошо, когда стейджинг есть. А здесь, да, поверхность для приготовления. Так, что кухня тут огромная, у нас? Конечно. А, все шкафчики, шкафчики. Получается, вот шкафчики в таком стиле, знаешь, даже не совсем американском, они больше похожи как вот на европейский. Европейский, мне тоже кажется, да. Знаете, в этом комьюнити в одно время, когда вот дома строились, новые констракшн были, покупало очень много покупателей из Бразилии. Да. И сейчас они стали продавать эти дома, потому что из-за ковида Бразилия была закрыта для полетов. Ну, да. В прошлом году они сдавали эти дома в аренду. Этот дом в аренду стоил около 7 тысяч, 7,5. Это как раз, когда я его увидела в прошлом году, была такая цена на аренду. Вот, они его поздавали год и решили продать. Понятно, тоже хорошо. Здесь, значит, получается 2 раковины, вот одна поменьше. Это как барная, такая, для, да. И вот побольше. Для развлечений. Так, встроенная техника, обратите внимание. Вот это вот что такое-то? А, это такая крутая микроволновка. А это печка, таким вот образом. Духовой шкаф. Там, смотри, барная. А, такая барная идет отдельно, местечко. Стоечка. Или что-то еще сюда, да, какую-то здесь, технику. Знаешь, часто ставят миксеры, кофеварки, их не и видно вот на поверхности. Да, да, они здесь стоят, классно. И тостеры. И посмотри, какая у них шикарная просто как для круп кладовка. Да, да, кладовка для круп, пантри такая большая, классная. Комнатка, я бы даже сказала, вообще отличная. Места много. Мне нравится, что такое просторное вообще. Знаешь, место здесь. Да, очень такое открытое, очень планировка. Мне тоже очень нравится. Вот там тоже, смотри, для вин холодильничек. Точно, видишь, да, тоже такая винная. Такая барная стоечка. Не комнатка, но такое местечко винное есть, да? Красиво. Ну, это обои, если что.
В некоторых домах дорогих клеят обои, представляете? Вот я в основном только в дорогих домах видела, вот так вот могут где-то поклеить обои. Так, ну, дом располагает к вечеринкам. Да, 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 вот для вина все имеется. Полочки такие. А вот тоже полочки с подсветкой, посмотри, поставить. Какие-то декоративные полочки. Здесь гостиная. Да. Смотри, здесь розетка в полу. Очень удобно. Не тянуть провода, например, если лампу поставить возле диванчика. Да, вот здесь должен был диван быть и там телевизор. Дырка. Бублика. Так, ух ты, а что вот здесь? Что это такое? Такая дверь, посмотри, какая, да? Да, они называются barn doors, я не знаю, как они в России называются. Слушай, она очень солидная. Вот смотри, да, очень хорошего качества, прям да. Такая солидная дверь. Вот, ну, пройди, посмотри, там что это такое? Ух ты. Постирочная. А, понятно, так. Все. Такое хозяйское помещение. Понятно, понятно. О, очень много полочек, да, вообще супер, посмотри, очень много шкафов в этом доме, да. То есть всегда можно все убрать, чтобы не находилось на поверхности. То есть здесь такой хозяйственный отсек. Да, вот здесь стиралка, стиральная, сушильная машина. Посмотри, вот туда глянь. Так, этот... Посмотри, гардеробная целая. Да, гардеробная классная какая. Слушай, мне очень нравится, когда все встроено уже. И шкафчики. Ты знаешь, что, Юля, это знаешь, что гардеробная? Точно. Это мастер-бедрум. А, ну ничего себе, вот это Нарния. Для постирочной машины такая гардеробная. Отлично. То есть очень неудобно, можно там, постельное белье или вещи сразу... Класс, да. Да, через эту дверь стирать, выносить. Так, а здесь у нас получается гараж, да? А гараж, он, по-моему, на очень большой. Вау, какой большой. Если маленький, можно даже 4 уместить. И даже здесь, смотри, они сделали такое что-то... Тоже типа шкафчики полочек, поставили. Да. Что-то хранить такое. Угу. Слушай, даже здесь это камень, жидкий камень. То же самое, что на кухне. А вот посмотри, интересно, что видишь, там? Они кое-где сняли... А, плафоны сняли. Да, плафоны, почему-то, но они... Есть. Да, они их оставляют. Угу. Странное решение. Ну, ладно. Допустим. Ну, слушай, а мне вот это нравится, вот эта лампочка такая прикольная в стиле... Contemporary. Да, ага. А, вот здесь должна быть обеденная зона, да? Завтрачная зона. Здесь и такой хороший столик вместился бы. Тоже большой. Давай пройдем дальше. Там последний отсек на первом этаже. Здесь вот половинка ванны, то есть без душа, просто туалет. Ой, все в таком стиле красиво. Тоже здесь, посмотрите, это обои. Вот, мне кажется, дома с обоями у нас еще не было. Раковина тоже такая прикольная. В стиле таком хай-тек. Так, вот это, значит, у нас хозяйская спальня. Хозяйская спальня. Очень большая. С видом на бассейн. Да. Три окна больших, что тоже классно. Вот он вид. Вид классный. Единственное, что там вдалеке дорога. Наверное, вот единственный минус, я бы сказала, такой. Так, ну на полу ковролин, как бы. Тоже минус. Да, тоже минус. В миллионном-то доме могли бы уже заменить. Так, что у нас тут? Тут две раковины. Раз, раковина. Два, раковина. И так, знаешь, подальше жена от мужа. Красивая мозаика. Да, ой, красивая, да. Посмотрите. Такая легкая, светлая. И окошко есть, что тоже плюс. Душевая кабина большая. Ну-ка. Ну-ка, войдем. Войдем. Помоемся. По-братски. Так. Вот смотри, интересно, там гардеробная и вот эта гардеробная, которая ведет как раз в постирочную. Точно, точно. Поняла, мы сюда заглядывали. Мы уже здесь были. Сейчас так, ку-ку. Большая, хорошая гардеробная. И еще одна гардеробная. И еще одна. Тоже не маленькая. Например, ну, для мужчины она поменьше такая немножко.
та для женщины побольше. Ну, обычно так, хотя по-разному бывает. Классная. Вот тут вот смотри, в женском углу, ну если это женский уже угол. Уже понятно, что это женский угол. Да, 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 побольше, видите? И вот так вот тут мужчину обделили. Для косметики. Для косметики места много. Да, в общем, хорошая такая ванная комната хозяйская. А мы идем дальше. А что бы ты хотела сейчас показать? Второй этаж или бассейн? Или бассейн на десерт? Давай бассейн на десерт. Давай, хорошо. Проходи Самая тогда. Самая красивая. Лесенка. Так. Лесенка налево. О, лесенка. Приятно, что сделана из дерева. Похоже это на дерево. А тут еще посмотрите, перила стекло, какие. Да, стекло. Интересно. Не знаю, вот кому Я как не часто нравится. Такое встречаю. Да. Нравится кому-то или нет, что вы считаете, будет постоянно лапаться ли это, да, если маленькие дети, они могут это все залапать. А может быть, это легко моется, я не знаю. Но решение интересное. Угу. Мне нравится. Ну да, потому необычно что... так, такое просторно, да? Угу. Но пьяным не ходить. Так что, это бонусная комната, чаще всего здесь... Делают большая. Игровую, ставят бильярдный стол. Угу. Опять-таки, видишь, такая поверхность для вечеринок. Да. Высокий потолок Кухонная здесь такой, скошенный, посмотрите. Да, вот здесь очень высокие потолки, реально хорошие потолки. Хоть и нет второго света, но они достаточно высоки. Есть даже место для холодильника маленького, даже просто холодильника нет. Вечеринки проводить, да? Вечеринки, да. Очень классно. Угу. Опять-таки, ты сказала, пьяным здесь не ходить с такой лестницей. Вот как можно отсюда уйти по-другому? Не говори. Короче, это для детей пусть будет, ладно? У них здесь... Так, начнем, наверное, вот слева направо. Давайте. В часовой стенке. Это вторая мастер. Ага, ничего себе. Прикольно. О, полочки такие здесь тоже. Здесь две хозяйских мастера. Например, для шведской семьи? Или для мамы с папой и их мамы с папой? Понятно, понятно. Или для взрослого ребенка с невестой, например. Ну, дом большой, да, можно большую достаточно семью здесь вместить. О, видите, тут тоже две раковины получается. Да, тоже хозяйская. Только поменьше все равно, да? Там дверку откроем, гардеробная будет. Так, свет. Ну, тоже хорошая гардеробная такая. Вполне себе вместительная. Так, здесь тоже есть ванная акриловая, душевая. Фасады здесь в одном стиле, кстати, я заметила, везде одинаковые по всему дому. То есть это застройщик сам делал, видно, да, когда они покупали, скорее всего. Поверхность тоже одинаковая. Это как жидкий камень. Пусть будет жидкий камень. У нас Галина это нет. Ну, в общем, тоже приличного размера комната, что мы можем сказать. Ну, они пишут, что это гранитные поверхности. Гранит? Ну, раскрошенный. Как-то видать. Ну, в общем, у нас, наверное, есть специалисты, которые скажут, что это за гранит такой. Ну, в общем, натуральный камень. Далее. Картина-то какая, смотри. Ну, или что? Или это обои? Да, это обои, представляете? Да. Здесь была, судя по всему, детская. Да. Микки Маусы. Вот, посмотрите, самый большой Микки Маус. Так что здесь и много-много маленьких. А, это будет здесь ванная. Ванная, туалет. Так. Душевая кабинка. Идем гардеробная, дальше. Большая гардеробная. Гардеробная хорошая, да, для ребенка это очень даже хорошая гардеробная. И комнаты все, заметь, да, большие какие все? Здесь нет ни одной. Комнаты большие, да, но опять-таки комнаты. Вот ковролин самый лучший в таком своем виде. Он даже немножко сморщился кое-где. Ну да, то есть вот. Ну, то есть его мыли.
То есть его видно, что его вымыли перед продажей, но он уже как бы все равно. Вот здесь этот пол хороший. Да. Если можно было бы продлить этот пол, да, еще вот спальник, такой. Он очень такой светлый. И он теплый, потому что это. Слушай, а что это такое? Похоже на дерево. Ламинат. Да? Хорошего качества ламинат. Да, ламинат. Теплый он. Так, далее. Что у нас здесь? Здесь, кстати, вторая постирочная комната, только они не оставили сушилку и стиральную машину. Решили одну оставить. Слушай, здесь еще какую-то комнатку даже можно сделать, или гардеробную. Офис. Или еще что-то. Тещина комната. Да, да. Так, ну, тут... честно говоря, это очень, ну, очень удобно, потому что здесь все же, сколько у нас получается, 5 спален наверху, да. Чтобы не бегать не с постельным бегать. Бельем вниз. Это правда. Это очень удобно иметь вторую постирочную. Почему нет, комнату, если дом наверху. За миллион с лишним, ну, не да. иметь две прачечные. Так, смотрите, здесь две раковины, так близко друг к другу, но тем не менее две. Туалет здесь отдельно с ванной, а точнее с душевой. Так. Что тут? Здесь полочки, еще, смотри, да? Кладовочка для полотенец, угу. Постельного белья. Отлично. Хорошо. Какие двери высокие. Угу. Так, проходим. Проходи дальше. Ух ты. Спальня. Ух ты, вот в первую заходим. О, боже, я уже заблудилась. Еще гардеробная. Вот такая вот спаленка. Она по сравнению с другими кажется маленькой, но тем не менее на самом деле она большая. Так, здесь тоже туалет, душевая. В некоторых домах такой мастер-бедрум, как здесь, детская. Так, следующее. Угу, тоже. Ну, короче, во всех детских, да, получается ковролин. Они все решили... одинакового размера, между прочим. Может быть, та, которая с Микки Маусами, чуть-чуть побольше, а вот эти, да? вот три одинакового размера. Ага. На многодетную семью, почему нет? Вид на бассейн и на крышу. Все? Все. Идем смотреть самое интересное. Пойдем. Не, ну бонусная комната. Мне я дома бы хотела, если очень нравится. Я бы хотела такой зал себе, как эта бонусная комната. Вообще здесь они очень много домов вот в этом комьюнити. Похожи планировка. Класс. Проходим. Обеденная зона для большой семьи. Ой, посмотри, летняя кухня. О, хорошая. Кто-то сделал комментарий, что во Флориде летняя кухня, но мы так их называем summer kitchen. Да, да, да. Но можно готовить и зимой здесь, зимой как летом, да, это правда. Так, а что тут у нас? Холодильники всякие разные, да? Вот. Для льда что-то такое. Упс. Всякая утварь, раковина. В общем, смотри, здесь... Что такое? А, это просто шкафчики. Здесь интересно, смотри, а, вместо барбекю у них стоит мангал.
Да. Причем такой неплохой. Там кирпичная стена. Да. Я такое очень редко вижу. Я в первый раз. Я, может быть, даже тоже в первый раз. Обычно просто барбекю стоит. То есть делаем вывод, что бразильцы любят шашлык, а не барбекю на стейке. Так, и вот самый главный объект, один из в этом доме, бассейн. Смотри, он там стекает куда-то. Места для загорания. Так, сейчас не упасть бы пройти. Вот здесь можно спуститься зачем-то. И, видимо, под водопадом тоже можно поплескаться, да? Иначе зачем бы здесь ступеньки? Были ступеньки с двух сторон. Угу. Интересное решение. А также здесь своего есть рода джакузи. Ну да, кстати, почему нет? Это джакузи, там теплая вода и пузырьки. Называется спа, да? Спа, да. Угу. Интересно, если... Я уверена, что обогреваемая. Обычно обогреваемая в этих домах, в этом комьюнити. Наверное, и бассейн, по идее, должен быть. Но не факт, да? Так, хорошо. Вот тут еще есть такой дворик. Хороший, смотрите. Небольшой. Я пытаюсь найти. Если я найду, я для скажу. Для выгула собачки. Ага. Дальше. Здесь еще много места, где разгуляться, что поставить. Еще шезлонгов. Вот. Это я знаю, что это обогреватель. В холодное время хорошая штука для зимы. Таким вот образом выглядит дом с бэк-ярда. А это как называется? Fire pit? Ну, pit? Я не уверен, как в переводе это будет. Fire pit. В общем, обычно здесь маршмелло делают. Да. Такая чилл-зона. А там что? Я пытаюсь найти для бассейна вот как помпу это, и так далее, чтобы понять. Потому что у них не написано, если обогреваемый или нет. Понятно. Но это не значит, что он не обогреваемый, просто не указали. Вот у соседей, видите, у соседей скрин есть. А здесь... Значит, решили сделать без скрина. Ну, есть свои плюсы, есть свои минусы. В скрине и без скрина. Так тоже неплохо. Побольше надо уделять время чистке бассейна, как бы. В принципе, это все. Он обогреваемый, там есть оборудование. Ага, хорошо. Так, здесь даже есть вот спутниковая тарелка. Смотрите. Два кондиционера, еще одна спутниковая тарелка, всякие разные датчики, счетчики. Ну, в общем-то, мы все и посмотрели. Что ты можешь сказать, можно ли такой дом взять в кредит? Ну, это сложно. По этому виду кредита я, к сожалению, не могу проконсультировать, потому что это не будет обыкновенным конвеншеналом. Я, в принципе, не могу по кредитам консультировать. Я обычно даю приблизительные цифры. Но здесь будет, есть вариации нескольких видов кредита, или, возможно, джамбо, или двойной кредит, или люди могут взять conventional, который 540, по-моему, или 550 сейчас, остальное, остальные полмиллиона доплачивать наличкой, да, но на самом деле в этом вопросе будет лучше помощь от профессионала, который именно занимается ипотекой, да. Если кому-то будет интересно дом в районе этой цены. Мы можем снять, цены. Кстати, видео с ипотечным брокером, правильно же? Мы, естественно, можем, скоро. Но нам нужно знать, какие вопросы интересуют. Если есть какие-то вопросы к брокеру по ипотеке, спрашивайте, и мы тогда их соберем в одну кучу. И эту кучу вывалим этому брокеру. Да, конечно, мы можем возьмем интервью, но по вопросам ипотеки на такой дом, на такую сумму лучше обращаться персонально к профессионалу, специалисту.
Юля может дать контакты, вы спрашиваете, пишите. Да, вот. Пишите нам, мне либо в директ, там Instagram. Кто-то говорит, не открывается у кого-то, ссылки. Нет, там не, неправильно открывают, надо не кликать, потому что сайт не работает, надо просто писать на почту. usa@ru-florida.com. Пишите. Вот. Либо на e-mail, либо в директ Инстаграма. Все ссылки в описании. Ну хорошо, на этой ноте мы прощаемся. Мы сейчас поедем делать еще одно видео для вас. Юля будет выкладывать по мере обработки. Это будет уже следующее видео. Да. Вот следующий дом, отдельное видео. Спрашивайте вопросы. Мы очень рады вас видеть и слушать. Любые комментарии, хорошие, плохие, веселые, негативные. Естественно, мы... Для нас это не наши детище, эти дома, то есть мы совершенно нормально относимся к критике. Да. Вот. Интересно так просто послушать да. отзывы. Все, счастливо, пока. Пока-пока.